Сейчас мы находимся в Скривере, и где я хочу показать еще один котел, мы в такой никогда не ставили, Факора Моц, как-то так читается или пишется. Вот, котлу 12 лет примерно, где мы поставили нашу горелку на дом 65 метров квадратных. Вот, и хозяин сказал, что еще у него много дров, он эту горелку ставит, поставил, но, так сказать, он ее будет снимать. И чтобы ему было легче как бы ее снять, то у нас так получилось, что мы были вынуждены поставить вот этот дистанцер. Почему? Потому что наша горелка чуть-чуть длинненькая, и она цепляла за левый бок этого котла. Потому что мы не могли еще больше сместить вправо это отверстие. Поэтому поставили горелку, и это хорошо. Почему? Потому что когда он будет снимать вот горелку, да, он будет снимать изнутри, там такие болтики есть, да, где он снимет горелку вместе с дистанцером и таким образом сохранит нам вот эту прокладочку. У нас здесь есть белая прокладочка, при снимании, снятии горелки она часто у нас ломается, но она такая рыхлая, короче, жиденькая. Вот, короче говоря, в этом случае все хорошо. Вот. И, конечно, просьба, когда мы приезжаем, вы уже, допустим, оплатили нам первый взнос в виде 10% для того, чтобы внести вас в календарь наших поездок, установок. И получается, что в данном случае не совсем был чистый котел, у него там есть кое-какой нюанс, хорошо, что хозяин знал. Потому что у нас грелся вот этот патрубок, потому что не было достаточного выхода этого дыма. И получается, что здесь есть такой теплообменник, и там были такие отверстия, что не сразу уходил дым в дымоход, а через, ну, такое как бы окошечко. Вот, и получается, что он это все почистит, и у нас перестанет греться сильно патрубок, и таким образом будет оптимально работать наша горелка. Вот, и причина установки, как хозяин сказал, чтобы смотаться из дома, допустим, в Латгалию. Вот, то есть это очень хорошее решение, потому что здесь подключено через САУС к двум телефонам, и мужу, и жене, поэтому будет все управление вот таким образом через вот этот смартфон. Вы всегда будете знать, сколько градусов у вас в доме, и если в случае чего, либо позвонить соседу, докинуть сюда гранул, либо самим приехать в течение суток, чтобы зимой эта вся радость не замерзла. Вот, так как у нас здесь низкие потолки, а, скажем так, дверца у нас хоть и нижняя, но она на постаменте, то нам пришлось здесь к бункеру еще добавить такие ножки, причем не 4 ножки, а 3, потому что вот здесь этот постамент, и здесь у нас вот так оптимально получилось. Почему? Мы не могли сделать это ближе из-за вот этой вытяжки, которая для дров необходима, потому что здесь всегда дым. То есть вот эта вытяжка и вот наша вот эта голова шнека не входила по размеру, чтобы у нас гофра соответственно была, ну, как самотеком, самопадом гранулы сыпались. То есть она упиралась у нас сюда, дальше мы не могли, потому что она более становится горизонтально, здесь застревают гранулы, и поэтому мы решили 3 ножки удлинить, а одну оставить как она есть. Вот, ну и также, так как здесь планируется когда-то поставиться бойлер, то мы предложили сразу подключить вот этот насосик циркуляционный. Сейчас он работает, потому что его подключили напрямую как для дров, потому что, я так понимаю, как только мы за дверь, хозяин сразу снимет эту горелку, чтобы топить дровами. Ну вот, а так мы сделали, провели вот этот провод и розетку для того, чтобы подключать сюда циркуляционный насос, чтобы горелка сама включала, когда надо, и выключала через 20 минут насосик, потому что здесь нету бойлера. В других случаях, когда есть бойлер, мы стараемся не делать 20 минут, потому что тогда уже не котел подогревает бойлер и дом, а уже бойлер подогревает и котел, и дом. Ну, короче, какая-то такая тема. Вот, ну и когда бойлер установит хозяин, мы рекомендуем
второй насосик циркуляционный к нему подключить. Почему? Потому что у нас есть здесь два контакта фазовых, которые можно подключить насосик. 11-й фазу это для отопления дома, а 14-й для бойлера. То есть таким образом он будет отдельно включать. Но имейте в виду, что должен установлен быть обратный клапан на доме. Да? То есть почему? Что когда летом у вас отапливается только бойлер и насосик гоняет по бойлеру, чтобы в дом меньше шло тепло на первый радиатор, чтобы было сопротивление при помощи обратного клапана. Ну, короче, кто в курсе, тот понял, о чем я говорю. Ну и стандартный вопрос, на сколько дней хватает бункера. В данном случае дом 65 квадратных метров, соответственно, примерно 260-300 килограммов у нас будет в месяц расход. Соответственно, умножаем на 7, это 2 тонны в отопительный сезон, умножаем на 300 евро за тонну, это 600 евро в отопительный сезон. Но, отвечая на вопрос, на сколько дней хватает бункера, соответственно, мы 300 килограмм делим на 30 дней, 10 килограмм в сутки. Соответственно, здесь у нас примерно 130-150 килограммов, ну что-то такое, сюда входит, но должно оставаться где-то 3 мешочка для давления на шнек этих граммов. Соответственно, это примерно около недели, ну то есть плюс-минус 7 дней должно хватать в данном случае этого бункера. Вот. Но имейте в виду, когда вы досыпаете 5 мешков гранул, это уже критическая цифра. Почему? Ну, до полного имеется в виду. Почему? Потому что если уже 6 мешков у вас входит в этот бункер, то уже может быть недостаточно гранул для нормального поджига и нормальной работы. Всегда следите, чтобы был полный бункер. Ну и также вот здесь интересный момент, заметил, не, редко говорю, но в данном случае вот у нас есть МТЦ, вот этот датчик котла, котловой воды. Смотрите у себя, что он иногда, чтобы никогда не касался дымохода. Почему? Потому что просто изоляция поплавится и будет у вас ошибочка, и тогда будут некоторые проблемы. То есть как-то закрепите вот этот провод, чтобы он от температуры, ну, скажем так, не провисал до касания дымохода. Вот. Ну и стандартный тоже вопрос. Как выключить вашу горелку сейчас? Да? Выключается она, и все управление идет при помощи температурного комнатного датчика, в данном случае Сауса. То есть вы понижаете температуру, сейчас 27 градусов в доме, соответственно, вы делаете хотя бы на 1 градус меньше 26. Эта горелка останавливается. Не знаю, зачем вам тепло в 27, но это была шутка. Значит, понизили эту температуру, подождали, пока 10 минут сама горелка дожжет те гранулы, которые у вас в самой вот этой трубе, в сопле. Вот, и после последней продувки на 6-й максимальной скорости, что является и самоочисткой, и заканчиванием этого цикла, продувкой дымохода, вы выключаете вилку из розетки. В данном случае она вот здесь, и обязательно смотрите, чтобы когда вы будете включать, фазу в фазу вы включали. Значит, все настройки сохраняются в этой горелке. И когда вы чистите, тоже всегда задают этот вопрос, достаточно часто можно выключать вот этой кнопочкой саму горелку, но вся проблема в том, что когда вы не вытаскиваете вилку из розетки, а просто кнопку выключаете, тут есть фоторезистор, который внутри, который все время тоже смотрит яркость пламени. И когда вы откроете для чистки решеточки и этого сопла, скажем так, откроете дверцу с горелкой, и горелка увидит, допустим, вот этот свет, который она расценивает как пламя, и просто вас напугает, включится вентилятор, и вы все будете в пепле, и, может быть, думать нехорошими словами на кого-то из нас, допустим, на меня. Чтобы этого не было, то, соответственно, выключайте вилку из розетки, когда вы чистите горелку. Вот. Ну и кто думает, уже 3 года, вам привет. Ну, вам скажу так, уже пора.